Программа «Лучший выбор» на прилавках заметна не только по ценникам. Вот такой логотип с изображением оранжевого кошелька – знак участия продавца в социальном проекте. Цена на эти свиные ребра снижена. Обычно стоимость этого продукта колеблется от 250 до 300 рублей. При этом снижение цены на качестве не отражается. Вся продукция проходит ветеринарно-санитарную проверку. Снижают цены нам, чтобы покупатель мог брать мясо дешевле. Задача организаторов не только проверить цены, но и доработать акцию, проинформировать покупателей об этой социальной программе. В одном из магазинов идеи об усовершенствовании уже есть. Висят везде плакаты, и в принципе можно просто написать, в каком, ну, допустим, пассаже имеются точки с этими, с этой программой «Лучший выбор». Ну и как бы целенаправленно, чтобы люди шли. Тогда это уже будет как бы им проще находить нас. В ходе проверки все продавцы отметили, что хоть и снизили цены, с момента старта акции увеличился не только поток покупателей, но и выручка. А покупатели как относятся? Покупатели, естественно, они когда обращают внимание на «Лучший выбор», естественно, они реагируют как бы, то есть это так, узнаваемый бренд уже, да? Да, да. Если люди первый видят месяц, когда мы только вот начали, только положили ценнички, как бы люди начали потихонечку обращать внимание, то сейчас, когда они уже видят ценники, они уже заходят, соответственно, они уже понимают, что это лучше. Многие покупатели знают о программе «Лучший выбор» и приходят только к продавцам-участникам акции. Марина Довгашеева фрукты на новогодний стол будет покупать на центральном рынке. Я пришла на рынок за фруктами. Покупаю где-то два раза в неделю своему внуку маленькому. Цены, да, радуют. Лучший выбор. Фрукты действительно очень вкусные, сладкие, качественные. Ну и цена хорошая. Сформировали примерную потребительскую корзину, проверили цены на мясо, бакалею, молочную продукцию, фрукты и овощи. Снижение цен до 40%. Этот факт отметила и команда информационного канала Севастополя. Здесь цены на сыры снижены более чем на 30%. И я не удержалась и решила купить себе к новогоднему столу изысканную закуску. Можно, пожалуйста, вот этот кусочек сыра? Здесь сыр Gold Blue стоит 885 рублей за килограмм, в то время как средняя цена на рынке около 1300 рублей. Сколько? 190 рублей, пожалуйста. Спасибо. Действительно, лучший выбор. За два месяца реализации проекта «Лучший выбор» на центральном рынке количество предпринимателей-участников увеличилось вдвое. Теперь их 40. Увеличение однозначно есть. А где в два раза, где, может, чуть меньше. Но потихоньку именно предприниматели включаются. То есть они сами понимают, что это и им выгодная акция. Предприниматели, желающие принять участие в программе «Лучший выбор», могут обратиться в администрацию городских рынков. Социальная программа проходит бессрочно. За снижением цен наблюдали Светлана Федодеева и Павел Булгаков, информационный канал Севастополя.